Всех приветствую! Это канал Александр Плей, викинг музыки. И сегодня у нас с вами рубрика «Продолжаем». Рубрику «Играют мои подписчики». Сегодня будет, один из уникальных, все-таки, я бы сказал, случаев. Один из уникальных случаев, конечно, необычный случай у нас сегодня. Сегодня у нас человек молодой, так сказать, можно сказать, что начинающий, хотя играет уже такие штуки, можно сказать, что начинающий баянист, который мне прислал видео, и я, конечно, был очень сильно удивлен. Дело в том, что он прислал видео, как он играет произведения, которые я вот на данный момент своего исполнительского искусства считаю своими одними из самых сложных коронных, как бы, номеров. О как! А он младше меня, естественно, но уже играет. Да, и увидел я, как играет он и Вивальди, вот то, что я играл, и боссанову Власова. Ну это прям, конечно, я был удивлен. Давайте поприветствуем. Сегодня у нас в гостях Мухаммед Балмухатов. Мухаммед Балмухатов. Давайте поприветствуем. Мухаммед участвовал в конкурсе «Триумф талантов» вот с этими произведениями и получил диплом и звание лауреата первой степени. И получил это уже второй раз. То есть в этом году и в прошлом году он тоже участвовал и тоже завоевал, так сказать, первое место. Вот. И сегодня Мухаммед нам сыграет вот это самое мое, одно из самых любимых произведений, боссанова Власова. Надо сказать, что Мухаммед очень хорошую музыку любит. Ну, может, я по себе сужу, но вот лично мне то, что ему нравится, тоже очень нравится. У нас довольно похожие интересы. И самое-то, что интересное, я сначала подумал, что он увидел на моем канале, что я играю именно вот Вивальди и боссанову Власова. Но оказалось, что это совсем не так, что это просто случайное совпадение, понимаете? И это, конечно, меня очень сильно удивило, потому что в его возрасте я и мечтать себе не мог о таких произведениях. Интересно, что же будет дальше, когда Мухаммед будет учиться дальше музыке. Он, наверное, вообще будет такие произведения играть, до которых я и не дойду. Но посмотрим, посмотрим. Итак, давайте послушаем молодого виртуоза, который исполнит нам произведение уровня викингов-титанов. Власов, боссанова, пожалуйста. Thank you.
Спасибо огромное. Давайте поаплодируем. Кому интересно, я оставлю ссылку на страницу ВК Мухаммеда в описании к этому видео. Вот, скажу по секрету, там вы можете посмотреть видео, где он еще совсем маленький играет, в таком возрасте, в котором я еще не знал о существовании баяна, а ему повезло, у него с детства вот это, видимо, открылось, играет тоже хорошо, удивительно, очень, так сказать, интересный баянист, посмотрим, как он будет дальше играть. Конечно, желательно, все-таки я тебе желаю, чтобы ты приобрел свой собственный концертный инструмент с регистрами, и тогда те произведения, которые ты играешь, уже зазвучат прям как надо, так сказать, со всеми наворотами именно тембровыми, с разными регистрами, будешь регистры переключать подбородком. Но, конечно, сейчас это проблема. Самый топовый Юпитер уже больше ляма, наверное, стоит. О как! Раньше всегда считалось, ну как-то я думал, что там 300, ну в край 400. А нет, смотрю, сейчас уже больше миллиона может стоить баян. О как! Ну раньше тоже баяны стоили как машины. Действительно, в этом плане, конечно, баянисты далеко не все могут себе позволить такие дорогостоящие инструменты, но обычно, может быть, ты когда поступишь, может быть, там вот учебного заведения, я, например, в училище играл на Юпитере, который жена Ельцина подарила. О, как меня иногда сравнивают с Ельциным, что я так говорю, может быть, не сильно быстро. Вот жена Ельцина подарила училищу Чайковского Юпитер, и вот я именно на нем там играл. Вот это мне повезло. И на Акко играл. То есть я, по сути, на самых топовых баянах играл в училище. Мне их домой даже давали, так сказать, под личную ответственность. О, как я переживал, так сказать, пылинки сдувал с этих великих инструментов. Но это было круто. Это было круто, конечно. Потом на Агате я тут вам пилил, на котором вообще играть невозможно. Но сейчас вот приобрел вот этот мастеровой. В общем, будем стараться. Спасибо огромное, Мухаммед, что выступил у меня на канале. Я думаю, что ты еще выступишь. Приглашаю, конечно, Мухаммеда и всех остальных подписчиков, вообще всех людей, поучаствовать в новогоднем концерте. Присылайте ваши видео, пишите мне ВКонтакте. А с вами был Александр Плей, Викинг Музыки. Увидимся на следующем видео. Всем пока. Сейчас буду еще записывать.